Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые мои подписчики. Вы на канале Александра Жукова. Снимаю очередной ролик на полях у Веры Викторовны Глуховой в поселке Курумыч. Это Самарская область, недалеко от Самары. Сорт гортензии называется Sugar Rush. Я снимал недавно тоже два ролика у себя дома. Но здесь вот ее целое поле, скажем так, целое пятнышко этого сорта. Посмотрите, как сформировано очень хорошо горшки. Это, наверное, сколько у нас C10, 10-литровые контейнеры. Очень хорошо формируют они. Здесь очень следят за тем и горшочки расставляют вот на полях, на торговых площадках, подальше друг от друга, чтобы кусты формировались, очень были пышные, не стесняли друг друга. Ну, соответственно, смотрите, какое качество получается гортензии. Сразу готовый куст, уже на ландшафт, на посадку. Купил, поехал, посадил. Готовый куст, вот он, как будто ему уже 5 лет. Здорово, молодцы здесь. В этом питомнике Веры Глуховой здорово делают. Они формируют, все правильно, следят, труженики. Молодцы. Конечно, это все благодаря Вере Викторовне, ее упорству. Молодец, оптимистка, очень такая работоспособная, работоспособный человек. Себя не жалеет, не щадит, но зато посмотрите, какой результат ее труды. Красота, целые поля. Ладно, буду снимать еще много здесь, приехали на 4 дня. Будем снимать все самое-самое интересное. Это сорт был Sugar Rush, который у нас растет примерно до метра, карликовый сорт. Sugar Rush. И вот посмотрите, тут один бутончик уже начинает розоветь. Sugar Rush. Всем пока-пока, до новых встреч. В новых роликах следите за нами. Будет еще много интересного с полей Веры Викторовны Глуховой.